Ты готов? Töten Sie mich nicht! Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады! А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь! Кто? Он может нам помочь! Помочь? Пусть лучше за нас умрет! Мудак! Это не война, это убийство! Этим и заканчиваются войны! Это бессмысленно! Наши стрелки уничтожают город! Заходи! Захватим их врасплох. Russische Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind vervollständig umzingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was ich den General erklären sollte? Der Tod hat dem General eigentlich selbstbar sein. Es sei denn, er ist genauso arrogant wie der Führer. Wir werden die Tunnel überschwimmen. Kommunisten! Granate! Вот они! Все чисто! Берегись! Берегись головы! Здание рушится! На той стороне! Понял! Готовьте! Thank you.
полу. Из-за дыма будет трудно дышать. Почти ничего не вижу. Я задыхаюсь. Халовый дух не помогут. Просто держись ближе к полу. В Сталинграде нам с ним не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям. Ты слышал, чтобы он жаловался? Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Черно. Ты хочешь отказать этим людям вместе? Смерть бывает лишь двух видов. Быстрая и медленная. Дмитрий, выбор за тобой. Черно, учись у Дмитрия. Он знает, что такое милосердная смерть. Быстрее, Петро! Сюда!
Вперед, ребята! МГ-42 на левой платформе. Открыть огонь! Пару минут, глаза привыкли. МГ-42 на левой платформе. Открыть огонь! Продолжай в том же духе! Не отступай, товарищи! Себе цели. Здесь все рушится! Прямо! Погиб. Не будем похоронены сам. Пулемет на правой платформе! Я их вижу! Выход с другой стороны. Нам перегруппируют. Я их вижу! Я их вижу!
приведет, выберите себе цели. Продолжать огонь! Не надо открыть ворота! Заело! Вон там, на платформе! Зараза! Не подпускайте их! Занять позиции! Что это за шум? Битва на Пелелию завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Андрей, устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда – часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. Открыть огонь! Так держать! Нифига себе! Нет, ты видел этот взрыв? Давай с задних турелей мы под пулеметным огнем! Судно доверху набито боеприпасами. Не говорите, что мы потеряли пулеметчика! В порядке! На кой ляп такого стан? Сколько оружия? Башни везде у них груз. Нужно спускаться в виде линии огня от двери. Не могу как следует прицелиться. Понял. Они открыли пулеметный огонь. И спасены драмы катеров. Они представляют наибольшую угрозу. Риск слишком высокий. Наращиваем стрелку. Нет, мы справимся. Прямо надо мной пресс в корпусе! Попадание! Лок, Лафлин, продолжать огонь! Стреляй по этим драным прожекторам! Прямое попадание! Японские катера! 90 градусов влево! В левой турели! Отлично, твою мать! Thank you.
явно есть повреждения, но они все еще на плаву. Стараюсь подобраться максимально близко. Пора завязывать. Это последний круг. Идут ко дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Блуд. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот. Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Лок был атакован на пути к Окинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет ко дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Ясно. Лок, задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами. Thank you.
разберемся. Возвращайтесь на базу. Смотри, подготовка к взлету. Ладно, насколько сможешь. Ясно. Летаем. Что там у нас? Нам удалось спасти пятерых. Молодец, Лок. Так, летим домой. Скажите обстановку. Несколько жутких месяцев на Окинаве сделали свое дело. Дух солдат упал. Во всем виноват и дождь, сэр. Танки постоянно застревают. Припасов недостаточно. Мы не можем даже эвакуировать раненых. Так точно, сэр. Вас понял. Я сообщу ребятам. Мы выдвигаемся. Что происходит? Майор Гордон приказал начать еще одну атаку на укрепление за хребтом. Как насчет снабжения? Все будет. Когда? Просто залезь на эту гору, Полонский! У нас там хорошо укрепленный пулеметный дот. Рассредоточиться! Прочь приближается!
чертов пулемет накрывает весь район! Филлер, давай дым! Японский пулемет! Yeah!
Собираем взрывчатку! Отлично, готов! Хорошая работа! Я этих ублюдков по запаху чую! Они уже близко! Все! Внимание на меня! Что нам делать? Мы продолжаем движение, Полонский! Идем дальше! Выходим! Шевелитесь! Наши танки выдвигаются! Конвой должен быть недалеко позади! Черт побери! Крепость! Тройбу! Мы можем обойти их с фланга! Тропы на той стороне! Японский пулемет! Черт! Уходим! Сделано! Японский Готовить лестницы! Бегом, марш!
Я хочу, чтобы в этом районе было безопасно. Позиции минометов над нами. Постарайся не отставать, ладно? Великолепно, морпеки! Просто, черт побери, шикарно! А теперь давайте выберемся из этой проклятой дыры и окажем помощь нашим раненым. Миллер! Сюда! Быстро! Держись, пацан! Мы тебя отсюда вытащим! Помогите мне положить его в грузовик! Мы выдвигаемся! Раз, два, три! Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Сюри! У нас скоро патроны кончатся! Снабжение подгонят по воздуху завтра утром! И как, черт побери, мы тут до завтра продержимся! Дерьмо собачье! Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты не получим замок до завтрашнего основные утра! Основные силы оттянулись на северный хребет! Мыслите позитивно! После этого вас парни наверняка дембельнут, и вы сядете на пароходик домой! Так мы и думали после Пелелиу. Сделали все, что от нас требовалось. Мы молились лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Но это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Как уже было сказано, главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли! Контейнером! Бегом марш! Внимательно смотрите в траве, на деревьях. Каждый чертовый директор может засесть маленький тотсю. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой матери. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери? Тяну его! Удай! Они обложились пушками с песком! Смотри внимательно! Правее! Прикрой меня! Перезаряжаю! Там, наверху! На деревьях! Снимите их! Я знаю, они... Приближается! Эй! Я выхожу и перезаряжаю! Гаубицы! Все в укрытие! Черт побери! Залезайте в бункеры! Они направляются сюда! Что-то они слишком быстро вычислили наши позиции. В туннелях засели корректировщики. Надо пришить их. Приплотнее. Иди туда, Миле! Югай! Видео, огню прикол дай. Удачи! Выдай. Мы перегруппируемся на той стороне. Он от всего бунда готова кукой состояли. Югай! Алекс, коптай! Человек, дай сам поехать.
поселкам осину кричал, блядь! На! Давай, поторопись! Газ! Быстрее! Быстрее! Мы наступаем! Не отставать! Паучьи ямы! Ищите еще! Пулемет над воротами! Миллер, сними его! Они приближаются! Засели!
западе! Отвлеките! Перезарядка! Как скажешь, пошел! Они идут прямо на нас! Старайка! Старайка! Я выдвигаюсь! Прикрой меня! Наверху, на лестнице! Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Первый миномет на коп впереди! Миллер, разберись с ними! Без живо! Проблем! Живо! Обойти с фланга! Хватай мину и бросай ее! Первый готов! Идем к следующему! Они приближаются! Рядом с теми контейнерами! Они направляются сюда! Я тебя прикрою! Во-вторых, окопе чисто! Еще два минометных окопа! За стеной в окопах еще несколько минометов! Они приближаются! Больше он не встанет! Без проблем! Они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Зачистить каждый шаг в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Вот они. Граната, уходим, живо! Сейчас все искупаемся в крови. Будет сделано! Тебе не больно? Я знаю, они рядом! Прикрой меня, а?
лежат, в тени. Целься. Огонь! Филер! Кому пулемету! Зачистить район! Сейчас же! Мне нужно, чтобы ты их отвлек! Нужен морфин! Уходи оттуда! Я их вижу! Я на впереди! Пошел, Грюка! Мы под обстрелом! В укрытии! Вниз! Туннели! Огонь по этим бочкам! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Финит! Райбок! Миллер! Они убили сержанта! Ублюдки убили его! Вы, сукины дети! Держать оборону! Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Не слышал! Вызывай чертовы самолеты! Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Пусть ублюдков нахрен разнесу! Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Подтверждаю. Они справа от нас! Одну проблему меньше. Прикрываю!
это все, на что они способны? 5 секунд. Вот они! Ожидаю координаты цели. Попадание! Нужно быстро найти укрытие! Подтверждаю. Они справа от нас! 45 секунд. Самое время! Они приближаются! Цель поражена. Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Давай, Миля, вызови самолеты! Координаты получены. Пошел! Пошел! Нам приближаются! 45 секунд. Дорога, дорога! Они справа от нас! Вот это попадает! Цель поражена. Вытащите его оттуда! Черт! Все кончено. Мы сделали это. Все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Войска Красной Армии окружают Рейхстаг, здание парламента, последний оплот фашистского рейха. Мы уничтожим на этих улицах каждого, кто посмеет встать на нашем пути. Участие в этой великой битве – огромная честь для любого бойца. Наше знамя над городом станет символом поражения и унижения противника. Возмездие свершится. Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, подыши. Мы же это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Никто не будет это читать. Если у тебя кишка тонка убивать за родину, то, по крайней мере, покажи, что ты готов умереть за нее. Сержант, займите левый фланг и убивайте каждого гада, который будет сопротивляться. Проверить все здания. Есть, товарищ. Вы все слышали, товарищи? Налево! Еще несколько часов, и Берлин падет. У каждого из нас своя роль. Огонь по тому зданию! Это будет тепло!
просто! Главное отомстили врагам за себя и за родину мать. В атаку! Нейтрализовать позицию! Бункеры сильно укреплены! Вот у меня за спиной! Я вижу воду! Мы должны уничтожить зенитные пушки, чтобы освободить путь бронетехники! Недостаточно уничтожить живую силу противника! Нужно стереть это место с лица земли! Сохрани заряды! Найди гранатомет! Нужно сделать все для того, чтобы уничтожить ублюдков! Позиции!
последней пушке! Дима! Кто-нибудь, помолитесь за него.
проходим? Вы за этим пришли! Убейте их! Сотрите их в порошок! Путь к нашей великой победе был устлан телами павших. Но это было необходимо. Когда знамя нашей отчизны будет реять над Рейхстагом, весь Берлин узнает, что фашистский рейх окончательно стер с лица земли. Апреля 1945 года. Когда Резнов в первый раз завел разговор о Дмитрии, он рассказывал о герое, о том, с кого мы должны брать пример. Я видел, как он проявлял милосердие, и видел его жестокость. Я не понимаю его. Возможно, герои и не должны отдавать отчета в своих действиях. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе! Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха. Родина примет нас в свои объятия как героев. Наш народ, наша страна ждет. Это наша кровь. Сейчас ждет вас последние услуги. ССовцы, охраняющие здание, будут биться до последнего вздоха. Сегодня вечером наше знамя будет реять над этим городом. Мы не можем победить! Еще больше их впереди! Нам нужна реальная огневая мощь! Заряжаю! Погоня с панцершреком! Здание все еще под обстрел, нас могут убить! Значит, мы погибнем, сжимая глотку врага! Разделайтесь с этим! Они жизнью готовы защищать свои позиции. Правый фланг, на балкон. Заряжаю! Огонь из панцершрека! Они слабеют!
Мы должны продвигаться! Открывай быстрее! Навались! Ее держат с той стороны! Нужна помощь! Все в двери! Только вперед! Готовь! Да ведь же глупо! Она за мной! Ищи ее обратно! Я понял! Правильно! Товарищ там! Должно быть, крыша уже близко, а мы далеко зашли. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед, к победе! Недолго еще биться кровожадному сердцу фашистской империи. Там, наверху, на балконах. Бросим этих тварей через край! Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть разбираются с тем, что осталось! Мы должны прорываться вперед! К победе! Недолго еще биться к кровожадному сердцу фашистской империи! На балконах! Там, наверху! Разделайтесь с этим!
знать, что мы победили! У тебя получится, дружище. У тебя всегда получается. Только ты достоин такой чести. Пока ты жив, нашу армию не сломить. Когда-нибудь все изменится, друзья. Родина примет нас в свои объятия как героев. Through the solemn, General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Wish for freedom, tolerance, and justice.